В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения Эдуарда Осадова, самого известного поэта нашей страны. Актер, режиссер и телеведущий Владимир Глазунов приглашает всех на свой авторский моноспектакль «Осадов. Слепой поэт, который видел сердцем». Это история о драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий, о том, что помогало выстоять, быть бесстрашным и честным в самых трагических обстоятельствах жизни. И, конечно, о безграничной любви. Это интервью у собственного сердца. И это исповедь. Исповедь в стихах. Спектакли Владимира Глазунова пройдут в следующих городах. 31 января в Новомосковске, 2 февраля в Туле, 5 февраля в Орле, 7 февраля в Курске, 10 февраля в Белгороде, 13 февраля в Старом Осколе, 29 февраля в Москве. Следите за афишами. Билеты на все спектакли приобретайте в онлайн-кассах.